Из Государственного резерва Украины в Луганскую и Донецкую области доставили 100 тонн сливочного масла и рыбных консервов. Груз для Донбасса гуманитарный. Такое решение принял Кабинет министров. Как его распределят на Луганщине, узнавали наши корреспонденты. Три фуры гуманитарной помощи, сливочное масло и рыбные консервы из Государственного резерва доставлены в Северодонецк по решению Кабинета министров Украины. Цей вантаж розподілено на поровну между Донецькой и Луганской области, то есть 40 тонн вершкового масла приехало сюда и 30 тысяч консерв, и 40 тонн вершкового масла и 30 тысяч консерв уехало в Донецкую область, и сейчас там тоже развантажуется. На первом заседании областной комиссии по вопросам приема гуманитарных грузов было принято решение пропорционально распределить этот груз по районам. Для Луганщини така допомога дійсно значна, тому що вона буде направлена на соціально незахищені верстви населення. Це допомога, яка буде вже розподілена серед районних адміністрацій та міст обласного значення. По рішенню місцевих властей гуманітарну допомогу передадуть школам, больницям, дитячим садам, соціальним учреждениям. Екатерина Гордєєва, Юлія Тінєєва, Вадим Цвітков. Події.